Дорогие друзья, я рад приветствовать вас на канале Печи Камины. Зовут меня Александр. Как всегда, сегодня у нас печной обзор. И мы будем тестить печку от компании EasySteam. Называется она Сочи К в облицовке и сталька хлорита с открытым верхом. Погнали! Сегодня в нашей баньке венички из кавказского дуба. Вот такие вот замечательные, хороший листик заворачивается. И орешник. Орешник очень такой интересный веник своеобразный. Им надо уметь правильно работать. И венички эти от одного интересного производителя. Я вам ссылочку под видео оставлю на него. А еще там есть вот такой вот эвкалиптик широколистный. Вот такой вот. Потрясающий аромат дает. Для бани рекомендую, вообще супер. Паримся сегодня в этой замечательной бане под названием Охотничья. Такой вот антураж здесь в баньке. Вот такой вот медведь, кабан, ружье. Все то, что присуще в баньке. Итак, друзья, наша печка в облицовке из сталька хлорита Сочи К с открытым верхом. Потолочно-проходной узел. Посмотрим сейчас с вами температуру на наружных камнях с помощью нашего пирометра. 173, 160, 170 градусов на наружных камнях. Теперь посмотрим, что творится в закрытой каменке. Но здесь температура будет не совсем достоверная, но все равно вот 230 это на тех камнях, которые лежат у нас снаружи. Попробуем дальше туда подсветить. 200, ну даже где-то 260 показывает. Ну я уверен наверняка, что внутри топки температура гораздо выше. Для тех людей, кто хочет снимать пар с экономайзера, я вам покажу, что камни в экономайзере это где-то в районе 160-150 градусов. Ну то есть акцентированного хорошего пара с них вряд ли получите. Здесь стоит дымоход от компании Ferrum. Баня уже топится, уже температура в парилке приличная, градусов под 70. Самое время проверить температуру дымоходной части нашей. На дымоходе на нашем под 120 градусов. Попробуем на потолке. Ну, на потолке 95. Да, где-то под 100 градусов, то есть показывает. Вот. Здесь потолок вот, из нержавейки полностью идет. Но что хочется отметить, при такой умеренной топке температура на этой трубе больше 100 градусов не поднимется. Она может быть чуть выше в потолочном проходном узле, в ППУ, но это не суть. То есть здесь все равно сделана пожарная разделка, поэтому все безопасно. И один момент такой, здесь в коммерции вот деревянные поручни вот на облицовки из натурального камня. Сама облицовка прогрета, так скажем, хорошо у нас. Сейчас мы посветим, посмотрим. В районе 130 градусов на самой облицовке. То есть облицовки тоже нагреваются достаточно прилично. Сейчас посмотрим, сколько внизу. Внизу 120 на 10 градусов ниже. И посмотрим, насколько прогреваются вот эти вот термодоски, которые здесь. 70 градусов. Сейчас посмотрим,
сколько покажет. Под 80 градусов. То есть температура нагрева вот таких поручней, которые находятся где-то в сантиметрах в 7-8-10 у нас от печки, они прогреваются практически до 80 градусов. Поэтому это достаточно близко, и по нормам пожарной безопасности это не совсем хорошо. Я думаю, все остались довольны процессом парения. Реально классная печка. Жарковато, правда. Она дает и саунные режимы, и если работать с вентиляцией, с дверью, проветривать помещение, когда печка уходит в перетоп, то реально получается хороший, классный мелкодисперсный пар, паровой пирог. И работать с этой печкой одно удовольствие. И еще один маленький такой нюанс, вот облицовки с открытым верхом, несмотря на то, что способны все-таки создавать такие режимы русской бани, но по мне так лучше, чтобы облицовка была именно закрытая. Вот закрытая облицовка, она очень хорошо конвекцию регулирует, то есть очень управляемая. Поэтому вне зависимости от печей выбирайте именно закрытые облицовки для русской бани.